В основе нашей духовной жизни должно быть сознание своей греховности. Так начал свою проповедь после воскресного богослужения митрополит Ташкентский узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополитчего округа. Владыка также пояснил отрывок из евангельского чтения, который был прочитан во время богослужения, напомнив, что крепкая вера в Господа защищает нас от всевозможных напастей, что постоянно встречаются на нашем жизненном пути. Если мы имеем твердую, настоящую веру в Христову, то, конечно, мы, во-первых, сознаем себя, что мы находимся постоянно под взором, под оком Божьим. И если мы это сознаем, находясь под очами Божьими, боимся, чтобы не оскорбить милосердие Божье. В этот же день по окончании вечернего богослужения в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента архипастырь совершил монашеский постриг. Ангельского чина сподобился инок Василий Бузин. В монашестве ему наречено имя Модест в честь святого мученика Модеста, патриарха Иерусалимского. Господь, в этот день незримо для тебя, но, думаю, чувствительно для тебя. Он обнимает тебя, лобызает тебя и принимает свои объятия. И будет помогать тебе во всех твоих путях твоей жизни, но только ты старайся, чтобы не отвергать Христа, который рядом с нами постоянно и желает нам спастись и в разум истинно прийти.